С Новым годом! С вами Юлия Черняева. Я расскажу вам, что интересного происходит в городе в эти волшебные праздничные дни. В воскресенье вас приглашает музей «Модерна». Его работники уже напекли вкуснейшее ароматное имбирное печенье специально к спектаклю «Софи и имбирное печенье». Рождественскую сказку о том, как лесные птички помогли маленькой девочке сотворить чудо, покажут воспитанники самарских театральных студий под музыку великого клавесиниста Франсуа Куперена. Начало спектакля 8 января в 12:00. Музей «Модерна», улица Фрунзе, 159. Известный писатель Владимир Плотников презентует уникальную книгу о самарских тайнах российского кино, аналогов которой нет в России. «Самара и кино. Судьбы и роли. Фильмы и книги. Песни и кадры». На презентации в книжном магазине вас ждет встреча с автором и героями книги. А это заслуженный артист России Виктор Евграфов, непревзойденный профессор Мориарти из культового сериала о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, Иван Морозов, исполнитель одной из главных ролей в легендарном самарском сериале «Тревожные ночи в Самаре». На встрече также ожидается прозаик и сценарист Алексей Солоницын, самарские актеры, писатели, художники и журналисты. Книжный магазин, улица Дачная, 2. Начало встречи в 15:00. В Самарской филармонии в одном выступлении объединят инструменты из различных эпох. Это выступление «Трио Бельканто». Такого сочетания тысячелетняя история музыки еще не знала. Но дудукист Хосров Манукян, органистка Анна Суслова и саксофонист Михаил Трошин совершили невозможное. Зрители услышат рождественскую программу, в которой будут звучать самые известные и любимые мелодии от Баха до Гершвина. И это удивительное музыкальное сочетание западноевропейской и восточной традиций непременно заставит вспомнить самые волшебные сказки. Филармония, 8 января, начало в 17:00. Хорошего настроения, до встречи!